России, проживаем в Израиле, и по Ждеротам дружно шастаем вдвоем. Мы репатрировались, то есть отвалили, но без пол-литра ни хрена не разберем. Здесь на мифалях минуэли ходят горы, да, им балабай дает указки на бегу. Мы каждый час берем на грудь по сотке холда, чтоб хоть немного прояснилось в мозгу. Лехаим, Вася, Вася, а коль беседер, беседер, как там в Одессе говорят, а зохнывай тут хаим русский, а мойша негр, и только Вася без понтов один еврей. Здесь Вася мыслит широко и по-большому, земли родной врагу не пяди, и все тут. Терпеть не может Арафата с Макашовым и голосует за Муледет и Ликуд. Хоть Вася против религиозного диктату, но агиюрится не прочь без дураков. Он не дотишный, но когда слегка поддатый, то заявляет: обрезайте, я готов. Лехаим, Вася, Вася, а коль беседер, беседер, как там в Одессе говорят, а зохнывай тут хаим русский, а мойша негр, и только Вася без понтов один еврей. Мы с другом Васей гордость местного завода, с утра до ночи пашем, не жалея сил, и каждый час берем на грудь по сотке голда, и наплевать на балабаев и хамсин. В стране еврейской, друг мой, Вася расцветает, и на иврите шпарит с матом пополам. Он не какой-нибудь еврей, ругать Израиль, который дал ему работу и 100 грамм. Лехаим, Вася, Вася, а коль беседер, беседер, как там в Одессе говорят, а зохнывай тут хаим русский, а мойша негр, и только Вася без понтов один еврей. Лехаим, Вася, Вася, а коль беседер, беседер, как там в Одессе говорят, а зохнывай здесь хаим русский, а мойша негр, и только Вася без понтов один еврей.